В Туркестанской области охранникам школ вдруг понизили заработную плату. Она упала в среднем с 80 до 60 тысяч тенге. А недовольных легко увольняют даже по телефону. Таковых уже около 100 человек. Возмущенные секьюрити сегодня решили высказаться публично. Нам заявили, что мы будем получать 62 тысячи тенге на руки, тогда как мы получали 83 тысячи. Возмущенных тут же увольняют и сразу находят других. Где наши права? Есть ли кто-нибудь, кто нас защитит? Массовые увольнения охранников из 33 школ Тюркубасского района начались после того, как это поле деятельности перевели в частный сектор. Если раньше учебные заведения самостоятельно нанимали секьюрити и платили им, то сейчас все идет через тендеры и договоры с бизнесом, который должен обеспечить специализированной охраной. Но в итоге на местах оставили тех же. Правда, с условиями. Зарплата на уровне минимальной, справка о профпригодности и спецформа за свой счет. Причем поднять оплату труда, уверяет руководство, нет возможности. Якобы тендерных 30 миллионов не хватает. Только после массовых увольнений и шума чиновники обещали разобраться и, говорят, нашли выход. Кто-то соглашается на такие условия, кто-то недоволен. Сейчас мы подадим новую бюджетную заявку. И в течение финансового месяца будем производить соответствующие компенсации в соответствии с сокращением штатной численности. Покроем за счет сэкономленных средств.